протидію кіберзлочинам ми поговоримо з гостем, який завітав до нашої студії. В'ячеслав Куліуш, начальник відділу протидії кіберзлочинам Миколаївської області при Чорноморського управління кіберполіції департаменту кіберполіції Національної поліції України. Вітаємо вас! Здравствуйте, здравствуйте, телезрителі. Я Куліуш Сергій Ніколаївич, начальник відділу протидії кіберпреступлення в Миколаївській області. Хочу представить данную службу, рассказать о проблемных вопросах в данной службе. Также много в интернете сейчас проходит мошеннических действий. Все люди попадают, все люди знают, что нельзя говорить какие-то конфиденциальные информации, но все равно говорят. Вот поэтому мы бы хотели задать вам первый вопрос о том, чем же занимается ваша служба, какие ее функции? Функции нашей службы, нашего отдела – это противодействие в сфере электронной коммерции, противодействие с распространением порнографической продукции, также противодействие в сфере платежных систем. Данная сфера деятельности по электронной коммерции – это те же самые интернет-мошенничества, это фишинговые сайты, это тоже вид мошенничества, которые могут в данное время у нас сейчас находятся. Расскажу примеры ситуации, которые в данный момент актуальны. Многим людям все звонят, что с милиции, что обращаются граждане, что ваши дети, родственники в милиции. В первую очередь всегда спрашивайте, кто звонит, должности, номер удостоверения спрашивайте, звоните, после чего звоните данному гражданину, который говорят, что он попал в милицию. После чего звоните 102, ждите всегда звонок оператора 102. После чего ни в коем случае не говорите никакую информацию по своей данной карточке. Почему? Есть много сейчас интернет-аукционов, у нас такой как OLX, все пользуются данным интернет-аукционом, выкладывают объявления о продаже какого-то товара или покупают этот товар на интернет-аукционе. Мошенники там же тоже находятся и пользуются неосторожностью, незнанием, что нужно говорить, что нельзя говорить. Для того, чтобы продать товар, нужно просто, когда человек хочет его купить, нужно сказать номер карточки. Ни в коем случае не верьте людям, которые говорят, что мы хотим вам переслать деньги с физического лица на ваш расчетный счет. Будут говорить, что не получается, сейчас будет звонить сотрудник банка, которому вы объясните. Знайте, что сотрудник банка не позвонит никогда к своему клиенту и не будет спрашивать ни номер карточек, ни CV-код. Что такое CV-код? Это на обратной стороне карточки, это две буквы и одна цифра. Также нельзя говорить срок действия карточки, потому что с помощью этого мошенник может завладеть вашими деньгами. В данной сфере также в интернете много разных вирусов, которые конфиденциальная информация может быть распространена. Вирусы они созданы для того, чтобы завладеть вашей информацией, так как люди сейчас, не выходя из дома, могут оплатить коммунальные услуги, могут перевести деньги с карточки на карточку. Поэтому вирус и делает свое дело, он изымает с компьютера эту информацию, которую после чего мошенники завладевают, и снимают деньги уже с карточек. А вот если все-таки произошло такое преступление, как человеку обратиться, куда ему обращаться, и есть ли возможность вернуть свои деньги и наказать злоумышленников? Да, у нас в департаменте создано новое вид обращения граждан, это у нас есть сайт cybercrime.gov.ua. Там есть обратная связь. Каждый гражданин, не выходя из дома, может зайти на этот сайт, выложить в суд свое происходящее, оставить свой телефон. В течение суток сотрудниками департамента устанавливается место снятия, например, денежных средств или место совершения преступления, после чего данное заявление отправляется в ту область, подразделение, где совершено было преступление. После чего сотрудниками этой области уже устанавливается лицо, устанавливается местонахождение, проводятся следственные мероприятия и привлечение данного гражданина к уголовной ответственности. Можно вернуть деньги, возвращаются, много есть фактов, которые единственное, что это не так быстро, но
все возможно. А вот если нет прямого воздействия, взаимодействия со злоумышленником, среднестатистический пользователь ПК, как он может определить, на что нужно обратить внимание, находясь в соцсетях или же просто в сети интернет, что что-то происходит не так? Да, обратно же, если покупаете какой-то товар с какого-то сайта, всегда обязательно проверяйте, на чью фамилию вы отправляете деньги. Также проверяйте, кто с вами разговаривает. Не забывайте в интернете, в браузере писать фамилию человека, написать «мошенник». Проверяйте, действительно есть мошенник, нет. Также у нас на сайте База данных? Есть база, которую можно проверить по номеру карточки, является человек мошенником или нет. Так как у нас ведется эта база по всей Украине, каждое заявление, которое приходит, оно вносится, называется стоп-фрауд. На многих сайтах сейчас видно заявление о том, что их работа приостановлена по службе киберполиции. Хотелось бы узнать, как работает наша региональная, николаевская. Да, наше дело совместно с прокуратурой области, совместно с Центральным судом. Вы знаете, нами была разработана технология для получения решения суда для закрытия ресурса на территории Украины, который действовал. Данный ресурс – 3 семерки БИС. Сейчас нами и активистами контролируется процесс закрытия провайдерами этого ресурса для того, чтобы не распространялись наркотики по территории Украины. Ну что ж, хотелось бы еще узнать о том, если человек, с ним уже произошло какое-то правонарушение со стороны злоумышленников, и происходит механизм возвращения каких-либо финансов, либо средств, допустим. Какие ему документы нужно предоставить для того, чтобы процедура началась? Для того, чтобы данному гражданину вернули денежные средства, если они по обоюдному согласию не пришли к какому-то консенсусу, то человек пишет заявление к нам, следователь признает его потерпевшим, собирает полностью процессуальные документы в качестве потерпевшего, признает, после чего он дает свою карточку, письменное заявление пишет, и злоумышленник возвращает эти деньги. Очень много николаевских жителей, которые были обмануты или в сети интернет, или с помощью тех же самых телефонных звонков, считают, что их проблемой никто заниматься не будет, потому что или маленькая сумма денег, или вообще не считают, что не найдут злоумышленников. Хотелось бы от вас услышать комментарий по поводу того, что есть ли действительно надежда и есть ли смысл обращаться в полицию. Да, есть надежда, смысл есть обращаться, потому что мошенник, он фактически один раз не может завладевать деньгами, он завладевает это постоянно. Поэтому к нам люди обращаются. Мы все документируем, мы все это анализируем. Есть специальные специалисты, которые помогают нам устанавливать этих мошенников. Провайдеры, с которыми мы тоже плотно сотрудничаем, нам дают IP-адреса. Мы устанавливаем, выезжаем на БСК совместно с центральными райотделом, совместно с ингульскими. В данный момент, на этой неделе, было проведено 2 обыска, было подписано 2 подозрения о совершении преступления 2 лицам. Ущерб был нанесен свыше 15 тысяч гривен, небольшой, около 15 потерпевших у нас. То есть есть все-таки случаи, конечно, что раскрываются преступления? После чего, да, граждане, которые предъявляются подозрение о совершении преступления, они понимают свою вину, и они денежные средства людям возвращают, для того, чтобы их не посадили, потому что санкция по мошенничеству — это от 3 до 8 лет лишения свободы, статья 190, часть 3, мошенничество с использованием вычислительной техники. Ну що ж, ми дякуємо нашому гостю за те, що дійсно розповіли, що миколаївські громадяни можуть спати спокійно і ніякі зловмисники не можуть забрати їхні гроші. Я думаю, що тепер наші телеглядачі знають напевно, що можна себе застерегти, можна наказати зловмисленника та звертатися до правильних фахівців. Дякуємо нашому гостю за дійсно корисні поради. Нагадую, що сьогодні до студії нового дня завітав В'ячеслав Куліш, начальник відділу протидії кіберзлочинам.